продолжит наш выпуск «Криминальные новости». В дежурную часть отдела МВД Воткинский 7 апреля поступило сообщение о том, что в кафе «Центральное» неизвестный мужчина нанес ножевые ранения троим молодым людям. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 37-летний ранее судимый житель города Воткинска. В настоящее время преступник водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. На сегодняшний день пострадавшие находятся в Воткинской больнице, один из них в реанимации.